Привет! Сегодня супер возможность предоставилась. Миша сказал, что можно будет снять квартиру, которую хозяева выставили на продажу. Хочу показать, вообще квартира просто шикардос. Ой, это просто вообще улет. Расскажу все, покажу. Большая, не можно заблудиться. И смотрите, когда вы приезжаете на лифте сюда, на этаж, то есть весь этаж – это ваша квартира. И здесь... Майкл, show the floor. Очень мягкий ковер, прям вообще в нем ноги утопают. И, значит, покажу сейчас. В общем, здесь выход, лестница. Дальше второй лифт. Здесь еще один выход на лестницу. Закрыто. Здесь выкидывать мусор. Вот. И, собственно говоря, третий лифт. Не знаю, зачем три лифта. Ну, в общем, и сейчас мы заходим в квартиру саму. Ну, собственно говоря, там уже дальше я буду все это дело снимать. Поэтому останусь за кадром. В общем, все. Ну, все, заходим в квартиру. Это вот типа прихожей. Hello. Так, сразу же налево комната для стирки. Стиралка висит, внизу стоит сушилка. Так, раковина, ну это, наверное, для какой-нибудь для ручной стирки что-нибудь такое. И шкафчик там, ну да, вот утюг. Какой-то тут бойлер или что-то такое. В общем, далее проходим. Гостиная. Тут, по-моему, ламинат, да, наверное, покрыт. Значит, вот такой вот пестренький. Опять я там в кадре. Пестренький видок. Диванчик. Далее, значит, вторая как бы часть получается гостиной. Такой же диван. Ой, тут выход сразу же на балкон, но я вам позже буду туда выходить, покажу просто вообще вид просто. Умереть не встать. Далее эта гостиная переходит в столовую. Вот тут вот какие-то картинки стоят, сердечки и так далее, всякие украшательства на стене. Вот она, такая мини-столовая. И тут типа барной стойки сделано, разделено, значит, столовая и кухня. Сейчас на кухню пройдем сразу же. Налево тут, значит, комнатка для хранения различных продуктов. Сыпучек там, допустим, и так далее. Там лампочки какие-то. Мусор. Дальше, значит, тут он холодильник у них. Шкафчики. Духовой шкаф. Микроволновка. Раковины. Посудомоечная машина. Шкафчики. В общем, сама кухня. Так, это тоже, по-моему, плита. Не по-моему. Фу, точнее, не тоже, а плита. И вытяжка и навесные шкафчики. Везде вообще, из каждой комнаты просто шикардосные виды просто. Сейчас пойдем на самый главный вид. Вот мы опять-таки из столовой переходим в часть гостиной и идем на балкон. Полностью весь балкон окружает по периметру всей квартиры. Вот смотрите, какой вид. Посмотрите только. Ой, вообще. Людишки на пляже. Это вот вид в одну сторону. Там кто-то что-то написал. Теперь в другую сторону. Посмотрим.
посмотрите, просто, ой, я вообще обомлела, когда вышла сюда. Дальше, значит, вот это вот мы вышли, сейчас направо, идем, все это балкончик, дальше по периметру квартиры. Квартира имеет 3 спальни, естественно, 3 ванных комнаты с туалетом. Тут, как правило, я уже говорила, на каждую спальню своя ванная комната с туалетом, что мега удобно, конечно же. Сейчас немножко еще. Ой, посмотрите, красота вообще, вы представляете? А, еще забыла сказать, это 34 этаж. Сейчас на 34 этаже. Не знаю, сколько всего этажей, но, в общем, мы на 34. Вот одна из спален. Тут кровать такая одна не сильно большая, но все равно, как красиво, вот желто-серым смотрится. Так, спаленка, телевизор. И вот представляете, вообще просыпаетесь, и у вас за окном вот такой вот вид. Ой, ну это вообще просто бомба. Так, далее. Идем. Здесь гардеробная. Не слишком большая, но и не маленькая. Гардеробная вообще, это, конечно, просто, ну, мега удобство. Супер придумка. Жаль, что тоже в наших российских квартирах нет места для этих удобных вещей всяких. Тоже вот выход на балкон опять-таки показываю. Значит, здесь ванная комната такая. Эти вот сложенные полотенчики напоминают отель. Так, унитаз, вот он. Все нормально, он есть. И душевая кабина. Душевая-ванна. Можно набирать водицу и плескаться. Далее. Следующая комната. Тоже спальня. Вот он, этот вид. Посмотрите. Вообще. Так. Это вид с другого окна этой спальни. Кстати говоря, вот на этих вот штуковинах каждый вечер вот она вот так вот крутится. Вот так орут люди просто. Но это, конечно, аттракционы не для меня. После Диснейленда в Париже я поняла, что все эти американские горки вообще не для меня. Какая-то картинка симпатичная. Нью-Йорк, наверное, конечно же. Далее. Душевая кабина, ванная комната вообще у этой комнаты, у этой спальни. Чуть по-другому оформлено, но, в принципе, все то же самое. Так. Шкафчик еще дополнительные. Здесь еще какой-то шкафчик стенной. И дальше третья спальня. Уже, наверное, она как детская больше выглядит. И как бы оформлена так. Шкафчики здесь тоже зеркальные. Вообще прикольно как. И тоже выход, пожалуйста, на балкон. Небольшая совсем. И к ней вот прям напротив. Единственное, что напротив нужно как бы прям вот выходить, вот целое дело вообще в эту ванную. Вот, тоже унитаз и просто душевая кабина. Ю-ху-ху, опять я. Ну и, собственно говоря, практически мы уже закончили. Здесь вот стоит гладилка. Все это от глаз спрятано. Это мы сейчас двери пооткрывали, просто чтобы показать, чтобы это все быстро, в общем, получилось. Ну и, собственно говоря, опять мы пришли в гостиную. В общем, вот такая вот квартира. Стоит такая квартира 1 400 000 долларов австралийских. И Миша сказал, что в аренду
она будет стоить где-то $1000 в неделю. Вот, ну так, нехило, конечно. Но и видон, конечно же, вообще просто. Миша раньше жил тоже в этом доме. В этом же прям доме. Ну, не знаю, на каком этаже. Ну, это, собственно говоря, не важно. Не относится абсолютно к теме нашего разговора. Ну, вот. Вот так вот. Еще раз хочу сюда выйти. Ой, просто вообще. Я прям представляю, еще какой-нибудь столик здесь поставить. Представляете, утром просыпаться и пить кофе вообще здесь. Ну, это вообще... На этом прощаюсь. Счастливо, пока!